вызвали специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бабича Михаила Викторовича. Михаил Викторович, пожалуйста, прошу вас на сцену. Дорогие ребята, вы живете в удивительное время. Вы живете в то время, когда у вас перед вами открываются огромные возможности. Здесь сегодня собрались ребятишки в возрасте от 6 до 12 лет, и у вас Новый год каждому принесет новые, незабываемые, а может быть, единственно возможные события. Почему? Потому что кто-то первый раз пойдет в школу, кто-то первый раз поступит в спортивную секцию, кто-то получит первые результаты в олимпиадах, в спортивных соревнованиях, получит первые знания, и все это называется путевка в жизнь, которую вы получаете, проходя вот этот детский период вашего становления. И я хотел бы, прежде всего, пожелать, чтобы ваши самые смелые ожидания, ваши самые амбициозные планы, ваши самые заветные мечтания обязательно свершились в новом наступающем году. Российское посольство, в целом Российская Федерация, это братская страна для Республики Беларусь. Мы строим вместе союзное государство, и поэтому все возможности и Беларуси, и России открыты для вас. Впервые в этом году 225 детей из белорусских школ поедут на кремлевскую елку в город Москву, в Кремль, посмотрят нашу столицу российскую, посмотрят, что такое Кремль, поучаствуют в президентской елке, а на следующий год мы рассчитываем, что российские ребята приедут на президентскую елку в Республику Беларусь, в город Минск. И с самых юных лет, начиная строить эти дружеские, братские отношения, я хотел бы пожелать, чтобы вы пронесли их через всю свою жизнь. И чтобы вот эти детские, волшебные, новогодние воспоминания стали залогом вашего успешного становления и вашего развития.